я уберу здесь лишние тарелки сейчас. Садись. И это сейчас я уберу. Сейчас Вера на связь выйдет. Мама, ты поешь? Мам, пой, пой. Пой, мама, пой. Как живешь ты, отчий дом? Ты эту песню вспоминаешь? А? Слова не знаю. Иди туда, садись. Иди, садись вот сюда. Кружку ставь. Давай. Иди, садись. Иди туда, садись. Там Сильва? Нет там Сильвы? Ну все, садись. Мам, не ворчи, а. Не ворчи. А то настроение-то какое у нас. Мы же сейчас будем открывать посылку, мама. У нас же будет сейчас будут сейчас сплошные положительные эмоции. Мам, садись. Сейчас, сейчас. Да, я тебе помогу. Я тебе постелю вот это. Все. Мама, садись. Спасибо. Все, ты этого ждала, да? Постелить. Все. Туда. Туда, как следует. Давай. Вот молодец. Вот так. Ну еще, еще. Все хорошо? Ой, Николай Михайлович, на улице диктатуры он живет. А нам зачем, Николай Михайлович, мам? Комсорг эскадрильи Нормандии Неман. Комсорг эскадрильи? Комсорг. Это с чего это вдруг, мам? Подожди, не открывай. Я не открываю, сейчас Вера еще выйдет на связь. Я пока не открываю. Мама, откуда комсорг? Из эскадрильи Нормандия Неман живет в Красноярске. В Красноярске, на улице диктатуры. Да? Да. А какой адрес? Около пошта, 17-го поштового. Не, ну там подальше, диктатуры-то дальше. Диктатура не... около органного зала. Сейчас, так... Около 17-го почтового? Около 17-го почтового. Прямо, ты посмотри-ка, что, прям... А ты откуда знаешь это? Ну как так, комсорга, я привозила в Зеленые Горки, ты была ребенком. А, там была встреча с детьми? Так я устраивалась на работу воспитательницей. Это я помню. Виктор работал вожатым. И ты тоже работала, и я там была. Я помню свои белые сапоги резиновые с красненьким. И были петушочки красненькие нарисованы. Были такие белые сапожки у меня с красненьким. Очень красиво. Ни у кого не было, у меня были. Наташка, так меня приняли, что уборщица. Тебя уборщицей туда приняли? Приняли уборщицей. А, значит, папу взяли воспитателем? Его взяли воспитателем, меня взяли как уборщицу. Да ты что? А я думала, ты воспитателем была. Нет. Мам, ты знаешь, я помню тебя в черном спортивном костюме. Так это... Это ты там, значит, полы мыла, чтобы меня в лагерь взяли? Нет. А что ты делала? А, тебя оформили уборщицей? А работала ты воспитателем? Я позвонила по телефону и сказала, что хочу семью нашу сохранить. Да, чтобы мы все поехали в пионерский лагерь, в Зеленые Горки, от завода цветных металлов. Я это очень хорошо помню, мама. Мне уже было, извините, 6 лет. Сколько тебе было? Сколько? Ну, 6 или 7? Лет 8. Уже 8 даже? Или... Ну, я помню, я очень хорошо... 8 или 9. Даже так? Да. Ну, я очень хорошо помню. Просто у меня есть... Там есть фотографии. Я там еще очень маленькая в этих красных сапожках. А ты в черном этом спортивном костюме. Мама, что ты там это сидишь, ерзаешь у меня? Да сейчас. Да нормально я сижу. Хорошо. Подожди. Да у меня что-то...
Я не могу с тобой. Наташа, почему? У тебя все в порядке? Ну сядь нормально, ноги туда. Заведи туда ноги. Я же в бампере. Мама! А, ты в бампере. Да. Друзья, дорогие, всем привет! У нас тут пролог такой до встречи с Верочкой, до открытия посылки. Вот я играю сейчас. Так живешь ты, скажи, мой французский собрат. А это ты про Нормандию Неман? Приглашала Николая Михайловича я. А не Августинович, Лидия Григорьевна. Она там работала, я помню. Да, она, Вовка работал там на заводе цветных металлов. Ага, понятно, Вовка работал. Так ты полы мыла или воспитателем была? Нельзя никуда ехать. Подожди, ты, говорю, полы мыла или воспитателем была? Нет, воспитателем не было. То есть ты просто оформили тебя техничкой? Оформили меня техничкой. Все, потому что, ну я же помню, мам. Еще я помню трикотажную кофточку, белую тоже, с красными полосочками. Или она красная была в белую полосочку. Трикотажная кофточка. Так это Цоя, Римма Цоя послал в Пекин. Моя ученица в Пекине работала немного лет назад. И тебе подарила эту кофточку? Я купила у Татьяны Ивановны. А Татьяна Ивановна ее мама? Или Татьяна Николаевна. Но это не важно. Главное, что Римма Цой, Римму помню. Помню, в смысле, Римма Цой, она, значит, в Пекине. Ученица моя. Да, твоя ученица. Она потом уехала в Пекин, она там долго работала. Так муж ее... Сейчас. Она атташе по культуре. Атташе по культуре, так. Сейчас, а муж ее, Римма Цой... Муж работал послом. 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 Она замужем за послом. Поняла. И вот она тебе тогда привезла, и ты купила у нее эту кофточку. Купила. Она потрясающая, мама. Кофточка потрясающая. Потрясающая. Итальянская. Я помню, мама. Она потрясающая. Красная, изумительный, мягкий трикотаж. Трикотаж и полосочка там. Полоска. Да. Полоска. Ой, какое чудо. Мамочка, ты тоже любишь Татьяна полоску? Татьяна Николаевна, так она продала мне подачи. Сейчас я выпью за учеников своих. Пей, мама. Пей, будь здорова. Друзья дорогие. За учеников. Давай, мам. Я думаю, что мама сегодня в хорошем расположении духа, поэтому мы тут вместе с ней будем открывать подарки. Дело в том, что я посылку эту получила еще сегодня у нас на календаре четверг. 11 февраля. Получила я ее неделю назад в пятницу, ну чуть меньше недели. Пятницу, но совершенно не было ни минуты, у меня четверг выходной день, я в колледже не работаю, и я, Вера говорит, ты открой, я говорю, Вера, некогда открывать все. И она говорит, ну тогда, значит, жди меня, и я к тебе выйду, значит, в WhatsApp, откроем вместе, так как в четверг, по китайскому календарю Новый год. По китайскому календарю. Да, мама, сегодня по китайскому календарю Новый год. Я за твоих учеников. И за моих учеников. Римма Цой, так она... Мама, я помню. Так а Римма Цой, наверное, она же жива, мама, Римма-то Цой. Может быть, она где-то сейчас... Может, мы ее найдем? Римма Цой, все в порядке. Лена Левна, мы сказали, атташе по культуре. Атташе по культуре. Подожди, сейчас спросим. Мама. Да, я атташе. Мама. Вот сейчас все нормально. Я атташе. Римма Цой, атташе по культуре. А муж мой послом Пекине. Да круто вы. Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Мама! Алиса не понимает, у нее не посол, а печень. Мам, понимаешь, когда ты говоришь, Алиса все запоминает. Понимаете, что ты говоришь? Девочка, которая живет вот здесь. Здесь живет девочка, зовут ее Алиса.
Если надо кого-то найти, либо... Олеся. Как ты можешь на секундочку ничего не говорить? Не могу. Вот чуть-чуть. За сейчас. Твоих учеников. Давай, молча. Все. Аташе по культуре Рима Цой. Ищу для вас ответ. Ой, мама, она нам дает автошколу. Да что ты будешь делать? Она не знает, что такое аташе по культуре. Просто спросим Рима Цой. Она нам автошколу дает. Рима Цой. Давайте поищем. Мама ее работала бухгалтером в кафе «Бирюса». Да? Мам, ты все помнишь. Татьяна Николаевна работала... Ну вот Рима Цой есть из Волгограда, 81 год рождения. Это, конечно, не она. Вот Рима Цой 65 лет. Ну вот, мне 62, будет ей 65. Она меня старше, да? Да, да. Ну, может быть, это она? Ну, мама, короче, В школе был пожар. Мама, я помню. Я помню про тряпку на швабре. И как Люба... Как Люба техничка тушила. Я все это помню. Она мыла штанами. Да. Думали, что полом штанами. Я помню, мама. Но это Рима Цой живет сейчас в Москве, если это Рима Цой. Слушай, мама, а у нее дети, у нее два мальчика, и они китайцы. Так это она! Так это, у нее муж китаец был. У Шатуровой? Нет, у Римы Цой она была замужем за китайцем? Ой, за кем ты сказала? Я что-то перепутала. Подожди. Сейчас. Она замужем была за кем? Сейчас, Ботик, царь в Австрии, почему... Мама, сейчас? Подожди, не надо в Австрию, не уходи. Она замужем, Рима Цой была, за кем? Рима, посолом в Пекине, дети-то китайцы. А, наверное, уже не дети, а внуки, посмотри. Вот, ребятишки, у нее на страничке. Может, это внуки ее? Так это японский мальчик. Нет. Ну, мама, откуда мы знаем, японские или китайские это мальчики? Улыбаются прямо как внуки аташе по культуре. Мам, я поищу, я ей напишу. Вова Кубаржина, мама, работала. Вову помню, Вова Ленина нарисовал, и Вове поставили 2. Вову выгнали из класса, а Вова гениальный художник. Ага, так не помогали ему там в школе. Не помогали? А кто у нас в школе помогает? У нас редкий случай, когда в школе помогает мама. Ну надо же, слушай, Рима Цой. Он говорит, я же не знаю, я с правого берега. Помогите, Елена Олеговна сказала, что мне помогут. А они говорят, а почему это мы тебе должны помогать? Кто ты такой? Он говорит, так я же из рабочего квартала. Я помню, мама. Ага. Я помню и Леню Попова помню, двоечника заядлого. Классный человек, все это. Я помню. Все вышли мы все из народа. Дети чего там страны? Какой? Боевой? Так мы шли с народом. Мы шли с народом, мы и идем с народом, мам. Так ты Сара Бернард. Я Сара Бернард? Я согласна, мам. Сара Бернард, потрясающая актриса французская. Я согласна, мам. Так, куда ты помог? Ну надо же, а. Я поищу ее, мам, потом. Финемор. Кубер. Финемор. Ну что-то Вера у нас. Где Вера-то вообще? Нам надо уже посылку открывать. А, Вера, сосульки на пляже. Вера, при чем здесь сосульки? Я тебя жду. Сибирским холодам русскую ушанку со звездой. Французы утеплились. Продавец био на рынке. Мама, посмотри. Французские продавцы в русских ушанках со звездой. В Трувиле.
У них там очень холодно, у них всего 2 градуса. Да, для них это мороз. Да мне нельзя, чтобы... мне надо, чтобы дышало. Мам, не надо, ты в памперсе, это все очень хорошо. Сосульки на пляже, как красиво! Мама, посмотри. На берегу Ла-Манша, смотри, какие сосульки. В этом году зима везде. Везде, видишь, продавцы утеплились. Сосульки на пляже, а Вера где? А почему Веры нет на связи? Ну что это такое? Вера, где ты? А? Вера! Мам, не надо про других говорить. Не надо. А? Ты зарубила, слава Богу, ужас, мама Гачева. Ну где Верочка? Вера, мы договорились с тобой, между прочим. Ужас, мама Гачева. Вот, правильно. Ты решила ударить по шоколаду. Правильно, молодец. Вера, звони сама. Ну пока. Ну надо же, сосульки. В русской ушанке с красной звездой. Эх, сибирским холодам. Не, ну у нас-то сейчас тепло всего 25, там 30. Это для нас, это тепло. О, Верочка. Мадемуазель Бортник. Мадемуазель Бортник! А, вы где? Who is here? Вера запуталась в проводах. Она запуталась в проводах. Сейчас она. Давай, окей. Как по-французски здравствуйте. Bonjour. Молодец, мама. Верочка, мама тебе уже кричит. Bonjour, мадемуазель Бортник. Бонжур, тебе ответили. Мадам Хелена. Мадам Хелена. Вера у нас мадемуазель, а мы с тобой две мадамы. Вера, ну не терпится же уже открыть. Где ты есть вообще? А где нужно? Мы уже сидим тут знаешь сколько, а тебя все нет. Дай ножницы. С орехами. Мама, с орехами, да. С миндалем. Давай, подключайся. Сейчас я ножницы.